людей, которые еще в далеких нулевых заключали договоры накопительного страхования жизни с компанией MedLife и у которых по истечении 15 лет срок действия этих договоров закончился. Страховщика я и мои коллеги совершенно безвозмездно разными способами разыскиваем этих людей по всему СНГ. Судя по клиентам, которых удалось найти, в те времена люди заключали договоры накопительного страхования жизни неосознанно. Разных историй наслышался. Это я к чему? Дело в том, что если вы или кто-то из ваших родственников когда-то имел договор с MedLife и у него было оплачено больше 2 лет, то по условиям договора он может вернуть свои еще тогда вложенные деньги обратно.